Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Утверждены пункты пропуска иностранцев, въезжающих в Россию по электронной визе. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, сообщает пресс-служба Кабмина. В список вошли 29 погранпунктов. Это, в частности, международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, в числе морских пунктов пропуска числятся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубина, Приморский край. Среди автомобильных 6 погранпунктов в Калининградской области – Багратионовск, Гусев, Мамоново, Гжехотки и Гроново, морской – Советск, один в Псковской области – Убылинка и один в Ленинградской области – Ивангород. Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов. Теперь электронная виза будет действовать по всей России, что, безусловно, поспособствует развитию въездного туризма, как только границы будут открыты. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.